две истории двух подружек. С одной стороны, история Насти Ивлеевой и Иды Галич. Угу. В то время, когда началось СВО. Настя как будто куда-то... Ну, то есть, все, рекламодатели ушли. Угу. Гуччи больше нахер не нужно. Рекламы западной, на которую она делала ставки, нет. И она ушла обратно вот в свои вайны. А Ида, да, как ни странно, наоборот. Она как-то стала модно одеваться. Угу. Я вижу изменения в ее стиле, в очень позитивную сторону. Очень круто, я согласна. Пожалуйста, вот два пути. Да, я могу тебе сказать, это кейс. Какой тебе симпатичнее? Мне никакой не симпатичен, потому что у меня все равно немножечко, я очень самобытная, ну, немножко дикая, и я очень рада за Иду. Ты знаешь, как я люблю Иду. И она попала в нужное время, в нужную компанию и применила свой талант. Это очень круто, потому что я смотрела «Капельник», да, ее сериал, где она выступила сценаристом, мне очень понравилось.